С вами снова я, Рената Анаджипова. Посмотрите, какая красота у меня в руках. Эти прекрасные короны достанутся победительницам конкурса «Старт мини-модулс TV Start», который состоится в рамках международного телевизионного фестиваля TV Start в Турции. И я очень надеюсь, что они украсят головы настоящих принцесс. А сейчас давайте посмотрим, как это было в прошлом году.
А еще я бы хотела бы вам рассказать, что на международный телевизионный фестиваль «ТВ-Стар» придут много гостей-участников с 10 стран мира. Я очень волнуюсь, хотя мне и не привыкать быть на международных фестивалях. Но это всегда так волнительно и торжественно. А больше всего мне нравится то, что я нахожу новых друзей. И в этом году станет еще больше. Так что присоединяйтесь, с ТВ-Стар всегда интереснее. Гусильникова Елизавета, 14 лет. Ведущая гала-концерта фестиваля ТВ-Стар. Россия. Гусельникова Елизавета, почетный гость нашего фестиваля, а также ведущая сегодняшнего вечера с песней «Пиратский блюз». Смерть не страшнее, сухая земля, ведь он капитан корабля. Вместо надежды монеты звенят, зато он всегда у руля. Мой друг болит и слушает, замирает дух, чернеет. Святого Николая, новогодних и рождественских праздников Международное телевизионное фестивальное движение ТВ-Стар представляет ежегодный семейный проект «Зимний бал с ТВ-Стар» и новинка – конкурс красоты «Принц и принцесса бала». Приглашаем к участию индивидуальных исполнителей, моделей и творческие коллективы.
лучшая новогодняя атмосфера, поздравления Деда Мороза, участие ребенка в концертной программе, телесъемка, телеэфир Макси ТВ, новогодние подарки, игры и сладкий стол, размещение зрителей за банкетными столами. Генеральный информационный партнер «Мир отдыха и бизнеса», главный телевизионный партнер «Спутниковый канал Макси ТВ». Арестович Аэлита, 10 лет, номинации «Модель», «Вокал», «Турция». Арестович Аэлита, Турция, средняя возрастная категория, номинация «Вокал», «Треба мріяти завжди». На вулиці мороз чи дощ, треба, щоб тепло було у душі. І тоді покурять дні всі рідні, ми співаємо пісні, ось такі пісні. Треба мріяти завжди, час удачі, час біди. Треба мріяти завжди, треба мріяти завжди, треба мріяти завжди. І виступлять холоди. Є у нас на пути щастя більше сотні раз у житті. Лиш надію золоту не втрачай, з нами тисячі співай, то співай, то співай. Треба мріяти завжди, час удачі, час біди. Треба мріяти завжди, треба мріяти завжди, треба мріяти завжди. І виступлять голови. Салева Цеца, 7 лет, номинации «Модель, хореография», Болгария. Салева Цеца, Болгария, город Плевен, младшая возрастная категория, творческий номер «Испанский танец». Sarandonga, chimiri, chimiri, Sarandonga, chimiri, chimiri, Sarandonga, chimiri.
еще хотела отметить. Многие вместе с выступлениями берут с собой волнение. Так вот, предупреждаю, это лишнее. Ну зачем волноваться, когда же все свои? Если надо, подскажут, поддержат, помогут. Вообще-то скажу по секрету. Собираемся мы специально для того, чтобы почувствовать творческую атмосферу. Вот и на наш фестиваль нужно брать большой чемодан, в который вы сложите адреса новых друзей. Максимовская Влада, 13 лет. Номинации. Модель, хореография. Украина. Милка Александра, 13 лет. Номинации. Модель, хореография. Украина. Могильникова Дарья, 14 лет. Номинации. Модель, хореография. Украина. Кузнецов Богдан, 7 лет. Номинация «Модель. Россия». Невин Мирадж Вет, 4 года, номинация «Модель. Индия». Попова Алиса, 5 лет. Номинация «Модель. Украина». Ангелова Анжели, 7 лет. Номинация «Модель. Болгария». Сувениры подготовила для своих друзей, собрала чемоданы. А главный подарок – это будет мое выступление. А главный подарок – это мое выступление. Я его очень тщательно готовила.
Ну, конечно, моя подготовка еще не завершена, потому что мне осталось подготовить модельные костюмы для бального выхода. Ведь я тоже хочу получить такую красивую корону. А какая девчонка не мечтает стать настоящей принцессой? Арестович Аэлита, 10 лет. Номинации «Модель», «Вокал», «Турция». Арестович Аэлита, Турция. Средняя возрастная категория. Номинация «Вокал», «Perhaps». Wanted me to love me. Perhaps.
Ну что ж, друзья, на сегодня все. Но это только на сегодня. Ведь через неделю мы снова с вами увидимся. В то же время и в том же месте. На канале Макси ТВ в передаче ТВ Старт. А пока увидимся! В преддверии Дня Святого Николая, новогодних и рождественских праздников Международное телевизионное фестивальное движение «ТВ Стар» представляет ежегодный семейный проект «Зимний бал с ТВ Стар» и новинка – конкурс красоты «Принц и принцесса бала». Приглашаем к участию индивидуальных исполнителей, моделей и творческие коллективы. Лучшая новогодняя атмосфера, поздравления Деда Мороза, участие ребенка в концертной программе, телесъемка, телеэфир Макси ТВ, новогодние подарки, игры и сладкий стол, размещение зрителей за банкетными столами. Генеральный информационный партнер «Мир отдыха и бизнеса», главный телевизионный партнер «Спутниковый канал Макси ТВ».